Эти блюда были приготовлены не на кухне ресторана, а в учебной лаборатории многопрофильного колледжа. Здесь 5 студентов соревнуются в региональном отборочном этапе «Обилимпикс» за звание лучшего в номинации «Кулинария». Особенность в том, что все эти ребята с ограниченными возможностями. Задача организаторов – помочь будущим поварам состояться в профессии. Прежде всего, мы, наверное, заявляем о том, что такие детки у нас обучаются прежде всего, осваивают навыки, получают профессию, и действительно они дают самоутвердиться деткам, которые не такие, как все, что они могут работать и могут показывать очень хороший результат. Эксперты судят по всем правилам: температура блюд, сортировка, вкус и аромат. Оценивают по пятибалльной системе. Признаются, ребята показали себя хорошо. 4 блюда за 4 часа. Будущим поварам был предоставлен одинаковый набор продуктов. Каждый творил то, на что фантазии хватило. Обязательными были салат, горячий десерт и напиток. Сделали рулеты, отбивные, поджарку, косички, кармашки. И соусы у них тоже разные были. Ильшан Бинатов любит готовить с детства. Первыми его блюдами стали картошка и яичница. Сейчас молодой человек уже опытный повар. Он учится на 3-м курсе. Со временем его кулинарные предпочтения изменились. Сейчас он предпочитает готовить мясо и даже делится своим рецептом. Ну, обычно соль, перец и обжарить на сковороде. Еще один студент, который с детства выбрал свою профессию, Виктор Тютючкин. Пока молодой человек закончил первый курс, но уже мечтает о карьере шеф-повара. На конкурсе он приготовил блюдо под названием «Карман». Блюдо из курицы, внутри орех, сыр, вот это начинка. Вот потом соус, кабачок. Жареный. Также площадкой для отборочного этапа «Обилимпикс» стала мастерская для ремонта машин. У ребят было 2 задания. Во время первого было необходимо собрать электрическую сеть «Лады Гранты», провести тестирование и диагностику, выявить неисправности и собрать обратно. Во втором случае студенты работали с коробкой передач того же автомобиля. Техзадания аналогичные – разобрать, провести диагностику и тестирование, выявить неполадки, устранить и собрать. Здесь эксперты оценивали не только время проведения работ, но и чистоту рабочего места и главное умение и навыки конкурсантов. Сняли провода, фишки, чтобы заработала аварийка и поворотники. «Обилимпикс» является аналогом WorldSkills для людей с ограниченными возможностями. Здесь ребята показывают свое мастерство и обмениваются опытом. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».